Всех представителей знака зодиака Рак, рада приветствовать вновь на моем канале. Меня зовут Ева Лекцер. И в текущем видео хочу вам предложить тароскоп на июнь 2018 года. По традиции раскат вам покажет 6 основных моментов, а именно общую атмосферу месяца, какие события наиболее вероятно отыграются у вас в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. Карты дадут вам совет, как наиболее продуктивно провести вам текущий месяц. Напоминаю, что расклад общий, он не может для всех проиграться однозначно. Плюс многим из нас необходимо смотреть свой тароскоп не по знаку зодиака, а по знаку своего асцендента на данной карте. Итак, общая атмосфера. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Итак, общая атмосфера месяца. Перевернутая королева мечей. Ну, что могу сказать? Здесь идет какой-то накал страстей. Здесь идет какая-то ситуация ожесточенности и самоедства. То есть агрессия, которая направлена на вас, либо на саму себя. Да? Потому что, говорю, на вас, может, мои мужчины смотрят еще текущие расклады. Поэтому здесь какая-то ситуация самокопания, самобичевания. Какое-то, знаете, вот... как будто вы сами себя грызете за какие-то свои грехи или ошибки. Плюс, если с позиции каких-то отношений, неважно, каких деловых или партнерских, да, именно любовного характера, идет ситуация просчета. То есть, насколько отношения вам могут быть удобны, что они вам впоследствии могут принести. То есть, ситуация какой-то немножко корости. Не обязательно меркантильного интереса, нет. Потому что расчет может быть абсолютно разный. Ну и, возможно, вы себя за это тоже будете корить. Поэтому такой... атмосфера такая напряженная. Что вас ожидает в плане работы? В плане работы королева жезлов – это прекрасная карта. Почему? Потому что здесь идет ситуация профессионального, личностного, карьерного роста. Если вы работник по найму, то, во-первых, это ваши личные достижения, плюс вы можете получить протекцию со стороны вышестоящего руководства, да? И помощь от какой-то руководительницы, начальницы и так далее. Если вы сами являетесь непосредственной представительницей стихии огня, то есть это Овен, Лев или Стрелец, то здесь однозначно ситуация, ну, во-первых, реализации, творческого подъема, такого, знаете, воодушевленного подхода к работе. Если вы без работы на текущий момент, то у вас идут все шансы трудоустроиться. Если у вас свой бизнес, то это будет активное начало, активное развитие и вообще плодотворный период. Что вас ожидает в плане финансов? Перевернутая восьмерка мечей. Ну, наконец-то, это победа над материальными трудностями. Это стабилизация финансового положения. Это, знаете, я не могу сказать, что здесь идет финансовый рост, но это, знаете, как закрыть какие-то долги, кредиты, какие-то долговые выплаты в целом. То есть у вас ситуация финансовая стабилизируется. Во всяком случае, не могу сказать, что она сильно идет в плюс, но она не уйдет в минус, и это уже хорошо. Потому что перевернутая восьмерка мечей – это ситуация преодоления каких-либо препятствий, когда вы сбрасываете с себя оковы финансового характера, которые вас связывали по рукам и ногам. Что вас ожидает в плане здоровья? Замечательно у вас карта, потому что туз жезлов – это хорошее самочувствие. Это хороший эмоциональный фон, это прилив сил, энергии, это жизнерадостность. Для кого-то это проиграется как ситуация зачатия ребенка. Поэтому все те, кто долго ждал, у вас есть все для этого шансы. Потому что туз жезлов – это карта начала, карта в целом беременности. Поэтому, дорогие девушки и женщины, если вы к этому стремились, в июне месяце у вас есть все шансы. Что вас ожидает с позиции личной жизни? Десятка жезлов. Смотрите, если вы состоите в партнерских отношениях, то для вас это почему-то ситуация каких-то отношений тяжелых. Почему? Потому что, ну, либо слишком много обязательств на вас взложено в этих отношениях, либо, скажем так, вы не вытягиваете партнера в эмоциональном фоне. Но, тем не менее, даже сама прорисовка аркана показывает нам, что зрите в корень, то есть будьте мудрее, найдите какой-то подход. Само по себе ситуация, то есть проявите мудрость. Потому что жук скоробей – это символ скрытых знаний, да? То есть будьте мудрее, действуйте с позиции своего опыта. Тогда вы эту ситуацию можете каким-то образом, ну,
скажем так, переместить в нужное русло. Если вы на текущий момент одиноки, то по десятке жезлов, могу вам сказать так, ситуация не изменится. Это будет ситуация стагнации. Да, одиночество вам в тягость, могу сказать однозначно, но в июне месяце пока еще не пришло время каких-то кардинальных перемен в личной жизни. И совет от карт, что вам карты посоветуют в июне месяце? Аркан башня. Ну, это, знаете, каким-то образом, на пепелище отстроить что-то новое, потому что это карта крушения. Причем крушение может быть кардинального, кардинальных перемен, смены жизненных планов, обстоятельств. Давайте посмотрим, чего именно у вас это коснется. То есть с позиции совета карта говорит, что не бойтесь рушить то, что вас очень сильно тяготило. Не бойтесь кризиса, не бойтесь каких-то кризисных ситуаций, потому что то, что они сейчас происходят, все это вам во благо. Какая же сфера жизни у вас-то наиболее проиграется? О как! По перевернутому дьяволу это избавление от зависимостей. От зависимости в плане отягощающих отношений, либо что касаемо здоровья. Это, например, будет ситуация избавления от... Кто-то пытается сбросить лишний вес, кто-то избавится от ситуации табакокурения, алкогольной, либо наркотической зависимости. То есть у вас все получится. Опять же, если это финансы, это вылезти из долговых обязательств. Если с позиции работы, то это правильный подход к работе, это чистая, прозрачная бухгалтерия, это все на законодательном уровне, все прозрачно и, скажем так, не сулит вам каких-то неприятных моментов. Поэтому, что еще говорит здесь дьявол, не идите на сделку с совестью. Избавьтесь от каких-то зависимостей. То есть, если вы что-то долго не могли разорвать, задумайтесь, нужны ли вам, например, вот эти отягощающие отношения. Возможно, они вас просто тянут на дно. Но в любом случае, карта дает вам лишь только совет, выбор за вами. Я вам от всей души желаю продуктивного месяца, чтобы у вас сбылись только самые приятные, благополучные моменты. Отписывайтесь, пожалуйста, впоследствии, как у вас проигрываются или не проигрываются расклады. Я вам буду очень признательна за обратную связь. Ну, а с вами была Ева Лекцер. До новых встреч!